Давайте заслушаем. Кьювар попросил послушать. Ваня, гнилая лирика. По расписанию кормя азарт. Я видел небо в опустевших глазах. Я летел к тебе, но я упал. Чего же так шатается дорога назад? Слушали музыку, анонсы вокзальные. Так хотелось быть нереальными. Колючей проволокой связанные сердца кровопускают на покрытое тайнами. Я забыл, ты ушла, умирай, ты не как знать наверняка издалека. Я бы поджег от твоих глаз, но увы, они не горят. Тайм-аут, тебе нужен тайм-аут. Ты, видно, очень устала, раз объявляешь очередной финиш. Тайм-аут, тебе нужен тайм-аут. Ты, видно, очень устала, раз спишь и не видишь, как. За окнами светает, ты просыпаешься, когда я засыпаю. И вероятнее всего даже не знаешь, как я ночами и пламенами умираю. А я ведь умираю. За окнами светает, ты просыпаешься, когда я засыпаю. И вероятнее всего даже не знаешь, как я ночами и пламенами умираю. А я ведь умираю. Чувства сродни одиночеству. Я буду лучшим, если не конченным. Но я обязан расставить по полочкам. Ведь тебя нет, меня нет, нас нет. Это бред, просто бред во сне. Я не тот, ты не та, прости. Я по дому, а ты не там, увы. И белым-белым снегом заметая в январе, я выгоню соседей и поставлю у двери, за которыми ты снова орешь, за которыми ты снова пиздишь, за которые меня не зовешь, за которыми, наверное, спишь. Тайм-аут, тебе нужен тайм-аут. Это не чипсы. Видно, очень устала, раз объявляешь очередной финиш. Тайм-аут, тебе нужен тайм-аут. Ты, видно, очень устала, раз спишь и не видишь, как. За окнами светает, ты просыпаешься, когда я засыпаю. И вероятнее всего даже не знаешь, как я ночами и пламенами умираю. А я ведь умираю. За окнами светает, ты просыпаешься, когда я засыпаю. И вероятнее даже не знаешь, как я ночами и пламенами умираю. А я ведь умираю. Я не знаю, неплохой трек и припев пиздатый, но я считаю, что Ване, короче, нужно найти больше свой стиль какой-то уникальный, потому что пока это звучит как, ну вот, рок, который делают много исполнителей. Хочется все-таки, чтобы Ваню гнилую лирику нельзя было ни с кем спутать. Я прям к нему очень тепло отношусь, вот. Но не могу сказать, что это супер особенное что-то. Припев приятный, но еще долгий трек, прям долгий. 4 минуты прям неоправданно долгий, мне кажется. Но Ивану респект.